Копейка рубль бережет, а ежедневные поездки на общественном транспорте при оплате за проезд картой МИР, загруженной в смартфон, сэкономят бюджет граждан, как минимум на горячий кофе в прохладную осень. На каких условиях действует скидка и насколько удобна оплата за проезд через мобильное приложение в сюжете Майи Хамдоховой. В Карачаево-Черкесии продолжает действовать предложение от платежной системы МИР, которая позволяет ездить со скидкой 5 рублей в автобусах и троллейбусах республики. Все, что нужно, это оплачивать проезд картой МИР, загруженной в смартфон. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, следует заранее скачать на телефон на базе Android один из мобильных платежных сервисов, например, приложение МИР Pay. С помощью него все пользователи могут легко и быстро оплачивать свои поездки и избавляясь от необходимости иметь при себе наличные деньги. После установки приложения, следуя подсказкам на экране, необходимо загрузить в сервис данные национальной карты. Для оплаты проезда достаточно поднести мобильное устройство к терминалу. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки в 5 рублей. Вы пользуетесь общественным транспортом? Да, я пользуюсь общественным транспортом. Оплачиваете наличными деньгами или картой? Я оплачиваю картой МИР, а также пользуюсь приложением МИР Pay. Вы же знаете, да, что если пользоваться приложением при оплате общественного проезда, там действует скидка 5 рублей. Да, я пользуюсь ей. Удобно? Очень удобно. На фоне регулярных поездок скидка в 5 рублей позволяет существенно экономить бюджет граждан республики. По данным аналитиков платежной системы МИР, в общественном транспорте Карачаево-Черкесии стали активнее пользоваться безналичным способом оплаты. Так, за 3 месяца действия акции пассажиры в 1,5 раза чаще стали расплачиваться за проезд картой МИР, загруженной в смартфон. Это очередной шаг к оптимизации системы общественного транспорта и повышению уровня комфорта для пассажиров. За 3 месяца действия нашего предложения пассажиры общественного транспорта республики стали в 1,5 раза чаще использовать для оплаты в транспорте карту МИР, загруженную в смартфон. Напомню, что предложение и акция будет действовать в Карачаево-Черкесии еще до конца сентября. Проехать со скидкой можно в автобусах и троллейбусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Предложение продлится еще 2 недели до 30 сентября текущего года. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.